молиться можно и здесь. Здесь или в синагоге. Богу это безразлично. Иди сюда, садись. Возлюбленный мой бел и румян, кожа его чистое золото, щеки его цветник ароматный, хотя он не мылся с прошлого декабря. Глаза его, как глаза голубя, тело его из яркой слоновой кости, голени его мраморные столбы, в таких грязных штанах, что они могут стоять сами. Весь он просто прекрасен, но он всегда будет мелким хулиганом и не быть ему моим возлюбленным. Как жаль. Там кто-то есть. Никого тут нет. Это Макс. Вот кто это был. Лапша! Ну, беги. Мамочка зовет. Лапша. Я узнаю, что ему нужно.